Всем привет, вы находитесь на канале FastGuard TV и добро пожаловать в Ведьмака. Мы с вами продолжаем, у нас последние приготовления, мы находимся в Новиграде, сейчас 4 утра, нам нужно дождаться рассвета, это задание Цири, и также помочь Йеннифер и Трис спасти двух чародеек, которые попали в проблемную, скажем так, ситуацию, потому что они нам будут нужны для того, чтобы уже сражаться с дикой охотой на наших, так сказать, правилах. Я предлагаю, пока мы все равно в Новиграде, это более-менее самая удобная точка как раз для того, чтобы все это делать, я предлагаю сходить, во-первых, к Хаторе, потому что у нас есть несколько артефактных мечей, ну как несколько, дохрена артефактных мечей, которые я бы хотел все-таки посмотреть по характеристикам, сравнить уже именно с мастерскими мечами, которые мы сейчас имеем. Возможно, они будут местами поинтереснее для использования, для каких-то особых уникальных ситуаций. Не знаю, надо просто сейчас посмотреть. Либо продать их вообще в край. Greetings, Geralt. How might I be of help? Listen, would you craft something for me? Но у нас их реально много, мы нашли их просто прям до хрена. Так что включаем сравнение и прям вот смотрим, что у нас тут есть. Потому что, видишь, где-то минус урон, но при этом эфирный урон, крит урон, урон контратаки. Они все разные, надо смотреть. Вот Дэвин, например, урон шоком наносит. Пробитие доспеха, правда, минус 10. Но я вот, наверное, на те мечи, где пробитие доспеха минус 10, даже бы и не смотрел. Кэрм, пробитие доспеха 15%. Стальное оружие. У нас, правда, нету двемеритовой руды для этого, но, типа, просто хотя бы, как факт, луна стальное оружие, но она прям хрень. Меч принцессы Ксентии, ну, тоже такое себе. Нифига себе, афирская сабля. Стальное оружие, плюс 2 урона, шанс крита плюс 15, шанс дополнительного урона при крита 75. Мощи знаков, но нет пробития доспехов, нету урона контратаки. Скорость быстрой атаки хорошая, урон проходит через блок. Ну, не совсем то, чего бы я хотел. Да, круто, но про мне все-таки на пробитие доспеха как там. Это тоже пробитие доспеха 0. Такие мечи не ведьмачьи, конечно. Пробитие минус 15. Но при этом выносливость, шанс нанести увечья. Но, блин, все остальное, оно как бы есть и в ведьмачьих сетах, понимаешь? Кстати, про ведьмачьи сеты, может быть, мы сейчас с вами соберем... Давайте так, может быть, без мечей пока что. Просто посмотреть броню. Тем более, что она у нас там видоизмененная. Прокачанная по текстурам, так сказать. Слушай, ну серебряный тоже, я бы не сказал, что какой-то прям супер... Крутой, это нефтсит, все равно пробитие доспеха минус 10, да, больше выносливости. Плакальщик. Не знаю, как-то у меня не появился интерес к артефактам. То есть это даже на уровне продать хочется. Но вот клинок зимы я пока оставлю, 1800, не, я его пока не буду трогать, офигенный артефакт-негациатор. Так-то у нас просто, ну, вот столько мечей. И, по сути, каждый из них не то чтобы несет какой-то смысл, если честно. Особенно в сравнении с использованием. Давайте так сделаем. Мы их пока продадим. В любом случае, я смогу их в любой момент здесь купить. Какой? Ну, окей, там чуть-чуть будет дороже, но это если я захочу, а я, скорее всего, не захочу. Просто это очень сильно забивает инвентарь плотвы. Никакой необходимости в этом нету, как вы видите, использовать их я не то чтобы собираюсь, видимо, в ближайшее время. Клинок зимы продавать не буду, негациатор забирай. Вот, немного денег подзаработали, сейчас нам это пригодится в создании брони. Понятно, да, что создание брони сейчас... Давайте так, я не буду ее зачаровывать. Мы ее с вами просто посмотрим, потому что скрафтить ее не должно составить особых проблем. А, только подожди, нам же нужен мастер-броник, получается. Тут таких нет. Ну, можно пока просто выйти на главную площадь, разменять деньги. У меня их там не так много, но все равно. Я бы просто хотел скрафтить сет волка, наверное. Я ни разу его не крафтил. Мне очень интересно, как он будет смотреться, особенно с нашими модами.
Ну, на текстуру брони в том числе. Мне кажется, может быть очень интересно. Ну, кота я знаю, я не буду трогать, грифон слишком неинтересный. Так что вот как минимум. Ну, там практически нет у меня денег на размен, это я помню. Там на грани ничего сейчас он мне даст. А, 392, нифига. Это больше, чем я думал. Вот, а для хранения я просто в настройках подкручу платве вот именно ту часть. Нету его, понял. Тогда давайте тэпнемся сразу. Я подкручу просто платве вот именно тот объем, который нужен для этих доспехов, потому что, ну, у нас нет другого способа хранить предметы, а мне хочется посмотреть. Грифон тоже выглядит неплохо, если честно. Там есть все равно что-то в нем такое. Но не было ни разу мне интереса в нем играть. А, волк у нас тоже средняя броня, да? Волк у нас тоже средняя броня. Ну вот. Вот да. Что волк, что грифон. Ну, у меня есть интерес. Давайте так. У меня есть интерес собрать сет кота, просто чтобы посмотреть, какая будет колоссальная разница в скорости передвижения. В частности, в воротах. В кувырках. Потому что если там реально есть разница между разными там буквально 2% в тяжелой броне, я думаю, что если там вообще легкую взять, то это будет прям край великолепия и скорости. Чисто ради интереса. Ну или сейчас, если прям это не так много ресурсов будет есть, то может быть соберем тогда и кота. Ну видишь, у меня уже с волком тут небольшие проблемы. Доспех школы волка. Так, тихо. Это мы покупаем. Давай, доспех школы волка. Первое, пошло. Значит, улучшенный доспех школы волка. Вот это вот добра нет. Видишь, хорошо, что некоторые вещи можно просто докупить. А, подожди, улучшенный доспех школы волка. Подожди, давай мы же будем смотреть на разные итерации. Перчатки школы волка, штаны школы волка. И сапоги школы волка. Оружие не буду собирать пока что. Ну, там потому что будет понятно, если я захочу уже играть, соответственно, с этой броней, то будем играть с этой броней, в общем-то. Или там как-то пробовать ее. Типа, мечи тогда предлагаю вообще пока снять. У меня сейчас будет очень большой оверлоуд. Мало что можно поделать с этим. Вот, ну это такая тоже. Это очень сильно легкая броня. Геральту, конечно, идет. Но Геральту все идет. Кроме грифона. Такая классическая. Ну вот как я буду? А, нужен бой, да, для того, чтобы это проверить. Бегает-то шустро, но... Тут разницы нет особо. Такая вот броня. Ну, она прям легкая-легкая. Я бы даже не сказал, что она средняя. Что там с улучшенной будет? Так, улучшенный доспех школы волка. Слушай, в какой-то момент закончится не только у меня. На самом деле тут вещи. Ну ладно. Так, улучшенные перчатки школы волка. Видишь, тут, да, как бы цепь. А у меня там не все есть. И у нее не все можно будет купить. А, ну тут дофига вариантов. Все, тогда не важно. Тогда забей. Тогда, скорее всего, должно хватить. И волк еще. Типа, на обрезке кожи. Одну штучку. Так, это улучшенное. Разницы практически не вижу. Появились какие-то заклепки. В общем-то, ничего особенного, да? Ну, такое. Маленькая разница. Сейчас должна быть большая между мастерским, конечно, и стандартным. Так, улучшенный, отличный доспех школы волка. Тут, опять же, обрезки кожи. Но, причем, школы волка... Это, короче, блин, просто броня из скеля я сейчас сделаю. Ну, очень похоже. Так, отличные перчатки школы волка. Отличные штаны школы волка.
Ну да, мы немного в проблему типа уперлись, но сейчас нам всего лишь-то одна итерация еще нужна. Так, и отличные сапоги школы волка. Меня очень прикалывает, что в моде продумано даже вот, ну, я про это уже говорил, что если мы прокачиваем броню, и она становится, видишь, как бы появилась кольчуга, и она становится такая более прокачанная, она начинает весить больше. Это получается отличный предпослед... Ну, это предпоследнее, пока что грандмастерские вообще не учитываю. Давайте сделаем мастерский. Ой-ой-ой, это мне не надо. Как я это сделал? Подожди. Или что это? Открепить. Это мне не надо. И мастерский доспех школы волка. Ну, вот я не знаю. И вот на него у меня уже нету. Потому что нужен свиток, кстати. Ну, мы ее сейчас скрафтим, может быть. Зря я это начал делать. Слиток светящейся руды, да? Да, я думаю, у меня есть. Слиток светящейся руды. Нужна светящаяся руда. И только так? Я сейчас что-нибудь разберу. Удивительно, что только один способ скрафтить. Ну, окей. Давайте разбираем. Так, ну только тайничок, да, давай откроем, и тут... Давай, что у нас есть такого прям серебряного? Я не знаю, светящаяся руда это... Это кто? Нам надо 5. Тут нету? Не тут кристаллы, да, больше в камнях используются. Демеритовая руда, кстати, вот, если нужна была бы, тоже можно было бы сделать селитра. Нам нужна светящаяся... Потому что светящуюся руду, ее нельзя скрафтить, но, типа, это уже такой самый низший ресурс, которого у нас нет, что ли, серьезно? Это сейчас без мемов, это уже пошли образцы чудовищ. Тут у них... Офигеть, реально нету? Такое бывает? Типа, я за все это время не встретил вот, ну, ни одну эту. Реально? Видимо, не посмотрим мы на мастерский сет. Потому что просто, ну, как бы, не из чего крафтить получается. Шок. Но его на самом деле... Из медведя вон можно вытащить, но не, я же не больной. Слушай, я в шоке. Реально нету. Обидно? Очень обидно на самом деле, потому что, а как? И только один крафт, да, у светящейся роды. Ну, может быть, конечно, у кого-то еще есть тут, но... Офигеть. Удивительно. То есть мы ее вообще по минимуму просто где-то находили, да? Класс. Ну, ладно, в общем-то, мне не особо понравилось, если честно, броня эта. Ну, она такая... Я бы сказал, что она обычная. Ничем особо не примечательная. Грифона... Грифона мы уже делали. Так, подожди, давай посмотрим сразу, что там для мастерского грифона надо. Мастерский доспех школы грифона. Орехалковая руда. Ее у нас тоже нет, но вот мне кажется, ее как раз можно будет сейчас крафтить. Ну, либо скрафтить, либо вытащить. Ну вот, да. Чё, будем делать грифона? Давайте сделаем грифона. Кстати, обидно, я его уже делал, если вы помните, там в самом начале чисто для попробовать были вот эти вот моменты, поэтому да, обычный доспех мы уже делали, давай сразу улучшенный смотреть. А тут уже для этого орехалковая нужна. А, орехалковая? Да, только орехалковая. Ещё все деньги в это всру. Ну, в общем-то, нам особо и некуда на самом деле тратить. Давай, орехалковая руда, и сделаем парочку. Потому что парочка, а может быть даже троечка нам точно понадобится этой руды.
Улучшенный доспех школы Грифона и сразу улучшенная версия всего остального тоже. Так, улучшенные штаны. Но я уже потратил... Нам может, короче, просто не хватить... А, я еще не на то смотрел. Окей, штаны школы Грифона. Улучшенные штаны школы Грифона. Перья Гарпия. Класс. Сапоги школы Грифона. Тут у меня нету ничего, и этого может не хватить. И улучшенные сапоги школы Грифона. Смотрим. Бедно, но мастерски, конечно, очень круто всегда выглядит. Так, улучшенный доспех школы Грифона, мастерские, так это перчатки. Так, давай Грифон, Грифон и Грифон. Ну вот я не понимаю вот эту броню, ну вот она какая-то... Она какая-то для меня вообще не туда, я не знаю. Не, не то. Ну да, зеленая просто, вот я не знаю, я просто у меня зеленый Геральт. Смотрим дальше, отличный доспех школы Грифона. А с перьями-то жопа, потому что сейчас мастерские мы не скрафтим. Потому что там 100% тоже нужны перья, а у нас их нет. Поэтому, видимо, мы опять останавливаемся на отличном. Он уже здесь проблема, понимаешь? В броню, потому что нельзя, получается. Ну, тут вообще уже просто 0.5 рехалковая нужна. Тут он тоже покупать надо. Класс. На рехалковую я сколько угодно могу делать. Тут особо ограничений нет у меня. Так, это мы для чего? Тут, блин, две рехалковые руды. Пошли, еще одну сделаем. Я просто не делаю сразу все, что надо, потому что не факт, что, блин, хватит, понимаешь? Так, отличные штаны и сапоги, на них тоже, естественно, не хватит. Потому что нужна еще одна рехалковая и... Так, перо у нас есть, хорошо. Там для мастерской тоже нужна будет рехалковая. Пока просто непонятно, опять же, смогу я там уже по каким-нибудь перьям... Или нет? Ну вот, типа, вот это отличное. Take care now. Ну, что-то похожее. Просто мне еще прикалывает, оно вот на картинке, как выглядит вот здесь, оно вообще вот другое, да? Там другие цвета даже некоторыми местами. Типа, вот это вот Грифон у броня. Ну что это такое? Да ну фу, не хочу. Geralt. Geralt. Need some help. Для коллекции. И вот мы уперлись в задницу, потому что нам нужно, получается, здесь куча перьев, которых у нас нету. И рехалковая руда. Окей, мы на этом останавливаемся, потому что, опять же, картинка, она просто картинка. Что там с котом? Ну ладно, хрен с ним, кота я видел. Тут тоже, скорее всего, не хватит, потому что, если посмотреть мастерский... Доспех школы кота, тут, типа, вот здесь будут проблемы, очевидно, да. И метеоритная руда, скорее всего, тоже. Ну, такое. Take care now. В общем-то, насчет брони нет у меня вопросов в плане того, что мы сделали. Все-таки правильно мы остаемся на медведе, потому что, когда я проходил с этим кота, у меня, конечно, в итоге появились некоторые вот сомнения, правильно ли я сделал, а в ваниле я уже рассказывал, скрафтить сет — это тот еще квест. Это потратить просто нереальное количество бабок. Мы продали меч, смотри, и все влезло. Ну, мечи, в смысле. Это просто сдать нереальное количество бабок, ресурсов. И как бы второй сет ты такой, ну, скорее всего, просто не соберешь. Так что, как минимум, с точки зрения дизайна брони, я уверен в своем выборе. Ну и в геймплее, в принципе, тоже. Я
Грифону мне совсем не нравится, прям вот максимально. На картинках они классные, да. Даже кот, он на картинке выглядит более круче, чем на Геральте. И медведи, кстати, тоже это касается. Посмотрите на картинку, посмотрите на Геральта. Так, пока у нас день, я предлагаю встретиться с Цири. Это самое менее... Как-то сформулировать. Ну, короче, чародейки нам прям нужны-нужны, а у Цири просто дела. Ну, такие, не очень важные. Они не совсем касаются... Того, что действительно важно. Это реально Йеннифер? Вот нам сейчас прямо и налево. Вот эта метка. А, тут правильные метки отмечены. Нет, неправильно. Не все. Хотя, может быть, грандмастерские сеты выглядят получше, не знаю. Посмотрим, потом, может быть, доделаем. Looking for something in particular? A pretty little trinket. Want to give someone a present? One of the people I told you about. A gesture of gratitude. Can we go? Lead the way. We need to go to Temple Isle. Don't remember you being religious? Nor am I now. Let's go. Almost there. Where are we going exactly? To see Horson Jr. Bit late for that. He's dead. I asked Sultan, and he said Horson's alive and well on Temple Isle. I was there, stuck a sword in his gut. Your hand must have slipped, because it seems he's recovered. Why are you doing this again? I want to look him in the eyes. What then? I don't know. Depends what I see. I look no guardian. The fashion has come from the south. They ought to never let your kind in, Novigrad. I suppose we are all Redanians. An abomination. Ooh la la. What? Here to see Mr. Wiley. Mr. Wiley's expecting important guests, so bugger off, you... Church! Make a deal, maybe? Yeah. A deal. Go on upstairs. Boss is waiting. That was strange. To say the least. I wonder what they're doing. We'll know soon enough. Well. Who do we have here? Finally found your little ward. Took your sweet fucking time. Seems in fine health to me. Ah, 'cause you thought you killed me that time. Surprise the fucking prize. Shut your trap, witch! Before somebody fills that hole for you. Enough! I'll finish what you started. Whoa, stop, it's me, Doodoo Bieberfeld. You really didn't recognize me? Dudu? Wait, Ciri. After the heist, after Dijkstra's vault was emptied, you vanished. How'd I find you? Quick. Butcher's yard, the mama's play, Priscilla's. You dragged me onto the stage. Sheathe your sword, Ciri. It's Dudu.
God, you give me quite the scare. Not wise to play games with a Witcher. Horson Jr., was there no one else you could impersonate? Once we'd fled, I'd no idea what to do. I could only hide for so long. They'd find me sooner or later. It wasn't our decision. We knew he was dead, but not many others had caught on. That was my chance. No one mourned for Horson Jr. In all his miserable life, he'd never helped a soul. Amusingly, once dead, he became a useful member of society. They say everyone deserves a second chance. Seems true enough. Horson got his, in a way, sharing it with a Doppler named Dudu. That was courageous, Dudu. I'd never expect it from you. Neither would I. Oh, by the way, you've no idea at the relief I feel you're alive and well. And I'm relieved I didn't slit your throat. Be careful. You could get found out. Wiley's men are too stupid to catch on. His colleagues ain't much better. Mind you, even you were fooled. And that might have ended very badly for you. True. I get a bit carried away at times. But mostly I'm careful. Chose an interesting line of business. Dudu's always had a head for numbers. What's a few brothels and casinos? He'll manage. That's the thing. I don't need to. 2 weeks after Wiley died, I announced I'd seen the light of the eternal fire, sold all the illegal enterprises. I'm a blue water trader now. Horson's men didn't protest? I've contacts in the guilds. Run a thriving trade. Profits are twice what they were before. To Wiley's men, a purse twice as heavy means twice as much respect for the men handing it to them. Time's up. Right. We must still go by the Golden Sturgeon. It was nice to see you both. And take care of yourselves. You too. So long, Dudu. Why are we going to the Sturgeon? To see a girl who helped me once. Who might that be? A friend of Dandelion's. Her name's Bee. She's a waitress at the Golden Sturgeon. Helped me contact Dandelion. I wish to thank her. She risked a lot. Risked a lot? How's that? The Temple Guard were breathing down my neck. If she'd been seen with me, she might have been flogged or worse. Always getting into trouble. I take after you. I asked for fresh fish. Watch this. Fresh fish? You call this fresh? With his googly eyes and the... The mark of a dangerous... I visited a city once that was very much like Novigrad. But the people there were much taller and had dark skin. This somewhere in Zeracania? No, in another world. What's it like, hopping between worlds? Anything like passing through a portal? Or different? A bit different. It was hard going at first. I wasn't very good at controlling it. So I had to concentrate intensely. And hope I didn't land in the crater of an active volcano. The training I did with Avalok was very helpful. Now, I merely think of the place I wish to travel to, close my eyes, and it's done. Just across the river, yet not a soldier in the city. Hard finding work here, you know. The eternal fire burning like and all that. My strength's gone. Gave you a chance. Should have taken it. I spit on anything you give me. You'll regret that, you cow. Mind your manners. You're talking to a lady. Stay out of this. This is not your concern. Sure it is. You're a fucking freak too. He is. Very dangerous at that. The butcher of White Orchard. What'd he do there? Trim the trees? Eugen. He slew half the village. Dragged the bodies of the alderman and his wife behind his horse to Novigrad. Let's get out of here.
That's pretty good advice your friend's offering. Sorry. Thank you. I seem more determined this time. Shouldn't cross them, I told you. I'm to bar non-humans from this establishment because some thugs threaten me. Not likely. It's so good to see you, Bea. And you, Siri. Who's your charming companion? Geralt of Rivia. That Geralt! Very nice to meet you. I've heard so much. Really? What, for example? For example, how you've saved her from woes so many times she's lost count. And how you always know how to make her laugh. That's Ciri, of course. Other ladies, however. Bea, I'm standing right here. All right. So, what brings you here, darlings? I wanted to thank you for everything. Oh, stop. Anyone would have done the same in my shoes. Not many would have done it with such courage. Thank you. This is for you. A trinket to remember me by. Oh my, it's beautiful. Thank you. So, will you stay for stew and keep slaughtered a piglet this morning? Thanks, but we must still visit Far Corners. Ah, off to see Valdo, eh? Well, shan't stop you then. They'll feed you properly there too, no doubt. Farewell to you both, and do take care of our Witcher. I will. So long. You're a fierce one. So, your friend, Bea. What about her? Nothing. Seems nice. Geralt, you're terrible. What'd I say? What's there to see in Far Corners? The camp of some traveling circus performers. Non-humans. When I came here before, I wanted to contact Triss. Life was hard. I quickly spent nearly everything the Baron gave me. Triss and I never met, because the Temple Guard showed up. I was a wanted woman afterwards. Triss didn't try to contact you? How could she? She didn't know anything. In fact, she thought she was to meet another alchemist wanting to flee Novigrad. I preferred not to put her in danger. I was being hunted. Had not a copper to my name. Then I met Valdo. He and his troop helped me. Then introduced me to Bea. And through Bea, I found Dandelion. You know the rest. Where's this friend of yours? Yeah, I suppose I'm that good. Ciri, you devil incarnate, where have you been? Come here, darling. Hello, what's this? Brought your granddad? Agar, you're incorrigible. Allow me to introduce Geralt of Rivia. Ah, greetings. We've heard heaps about you. Mostly lies, I bet. Ah, if it's a lie that since her youngest years you've been her friend and mentor, then indeed. She is a bold-faced liar. Well, good you're here. Come in the nick of time. Would have been gone by tomorrow. You're leaving? Better start resettling non-humans shortly. We'd rather stay ahead of events. I understand. Problem is, we just lost 2 horses, and another 2 are too weak to haul anything. Ah, we'll manage somehow. We don't leave till tomorrow, so naught to worry about today. Yes, for some. I'm off to see a merchant. There's a chance I can trade our nags for a healthy horse. Wouldn't want Valdo to have anything to worry about tomorrow. Any way we can help? Oh, don't fret about us. We always get by somehow. Right, Ciri? What brings you here? I've come to apologize. I disappeared so suddenly, then... Ah, pish posh. What matters is you're back. And you're well. This is for you. All that you loan me, plus a small premium. Ciri, you know I can't take this. And you know I shan't let you refuse. I know. We'll make it the pot for a wager. Do you still race? Of course. Then I challenge you.
Geralt, will you join us? Gladly. A man after my own spirit. Come. Ошибка. Эфирские седла самые быстрые, ребят. Coming. А, или мы не на своих? Нет, так я не играю. Мне нужно преимущество моей плотвы. Я только на плотве езжу. О. А, нет, не плотва, я понял. Что ж. Значит, надо проявить все навыки, которые мы получили на плотве. Ой, налево же! Боже, меня как-то подскосило, я неправильно на карту посмотрел. Извиняюсь. Ну ладно, у них тоже лошади неплохие. Can still beat you. I let you win. Lovely race. Well, this calls for a celebration. Stay the evening. We've several barrels of Kedwin's best. Bonfires to be lit soon, round which all will gather. This night shall be ours. You know, perhaps it's not my concern, but I'm glad you and Yennefer have ended up together. Me too. You took your time. Guess we both needed a while to grapple with it. So, what was it like? You know, when the wish lost its hold. What did you feel? Well, there we were, the two of us, on the mountaintop. I looked at her and... and felt like I was exactly where I was supposed to be, at long last. More wine? Thanks. I'm glad we stayed. Me too. They like you here. I like them too. Oh, I'd love to join them. Drink and race, travel from town to town, not worry a whit about anything. Good plan. Think I'll go with you. Then our future's settled. If that is, there's more than ash left of us once this is over. Defeating the hunt won't be easy, but with the Lodge's support, Avalax, we can do this. I fear fighting the hunt will only be the beginning, for me at least. Don't worry about that yet. One thing at a time. You do know you can always count on me, whatever happens. I do. Thank you, Geralt. You promised! In jest? Sometimes I wish I could be like them. Drunk or giggling? Whichever it is, today's your chance. Not what I meant. I'd like to be ordinary. Your life is yours exclusively. You choose who you are. Geralt, you know that's never been true. All because of this damned Elderblood. My gift. My curse. Granted me all of these powers, but it's also why I've spent my life fleeing, hiding. Then it's time to end this. Once we defeat Eredin, you'll be free. Really? Eredin's hardly alone. There are others. They have plans for me. It was the sorceresses of the Lodge once. Now it's my father. Even Yennefer. You're forgetting Avalok. Avalok's different. He is intent on my gift not falling into the wrong hands, not spinning out of control. It's why he teaches me, protects me.
If you say so. You doubt it? There'll come a day when Avalok will ask you for a favor. Perhaps. But if so, it will be a very, very long time from now. And I'm certain, whatever it is, he'll give me a choice. I will have the option to refuse. Hope you're right. That's Pablo. I plan to learn how to juggle one day. Incredibly useful skill. Finally found you two. Enjoying yourselves? Bonfires, wine, jugglers. What more could you ask for? I could name a few things I'd trade it for, but it's a life. You seem concerned. Things not go well with the merchant. Lost cause. The man refused to trade. I said I'd buy. He asked three arms and a host of legs for one healthy animal. We need horses. But we'll have to find another way to get them. Ho, ho, I sense trouble. I knew you'd warm to the notion. We mean to sneak into the man's stable. With 30 head, a few more or less won't make a difference in his life. Coming with? Of course. Just buy the horses. Why can't you? With what coin? Ciri gave you a full pouch. Enough for one at most, whereas at the least we need four. Geralt, stop fussing. We'll not strip the merchant bare. And it's finally a chance to do something other than run from the wild hunt. Don't make us beg. What can I do? Gotta help those in need. Yes, yes, yes! Must say, you didn't seem the type to me. What type? Steady. Time to go. We'll meet by the stables. Agar, keep a lookout. Ciri and I'll try to get inside. All right. Excellent work! Did you see the two fools who tried to chase us? Almost tripped over their own boots. Thanks, Geralt. That was splendid. Yeah, a nice change from killing monsters. Thanks for your help, and for visiting. It was so good to see you all again. Hang in there, and take care of yourselves. Don't forget us. So long. I must bid Valdo farewell. All right. See you at Dandelion's then. Got some things to take care of in town. See you, Geralt. Ну, ну, типа того. Теперь дела поважнее и посложнее. Филиппа и Маргарита. С Филиппой проблемы могут быть, потому что мы в свое время, ну, помогли в кавычках Родовиду с ее поисками. Я не думаю, что он смог все-таки это сделать, но сейчас мы это узнаем. Я тогда думаю, что надо с этого и начать. Так, а смысл я, подожди. Трис Филиппа. Все, Трис Филиппа, это вот то. Так.
Suppose Sadie's thought to change their name now. You must sweat like a swarm. Что людей здесь столько вообще? Ночью особенно. Burned all the easy to find witches already, and I could use a quickie. Oh, I wish my man were as brave as In you. In short, who kisses your ass today will be quite hit tomorrow. Как можно понять, Трис, мы в этой части помогаем вот только с чародеями другими. С чародеями и ведьмами. Greetings, Triss. Have you lost your mind? You went after Imlarith by yourselves? To the Sabbath? How could you put Ciri in danger? Ciri had to do it. I couldn't let her go alone. You'd have done the same in my boots. Besides, I was there the whole time. Had the situation under control. Mind if we change the subject? Past burning pyres on the way into town. Non-humans on them. Things grow worse by the day. No mages left in the city, so the hunters had to find someone else to victimize. We need to resolve everything as quickly as possible and leave Novigrad. Any success with the lodge? Anyone out there willing to help? It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Fringilla. Haven't been able to contact her. And the others? Kira? Margarita? Philippa? Kira? I thought you, of all people, would know. Few can refuse a sorceress. And Kira Metz certainly had her ways. But when she demanded the Mage Alexander's notes, I had to turn her down. Kira needed that, as she needed the impetus to start anew. She found it where she least expected to. Years later, known for discovering the cure for the Catriona Plague, she was thankful none remembered her time in hiding as a village witch. I've seen worse matches. Hope things work out for them. I hope they work out for us, and we actually find Philippa and Rita. Know where they are? Yennefer's looking into Rita's whereabouts. I have to figure out where Philippa is. Know what Yen's found out? You'll need to ask her. I've been busy trying to find Philippa. So, learn anything? A few things that could be interesting. Prefer the long version or the short? Tell me everything. I want the details. After fleeing Loch Muin, Philippa ended up here in Novigrad. She sought help from her former lover, the sorcerer Arthur de Vleister. Philippa and a former lover? Something tells me happily ever after is not how that story ends. Philippa had made a fool of him once. Arthur was out for revenge. He convinced her she'd be safest as an owl. She transformed, and he placed a dimeridium band on her leg. The mage hunt started shortly afterwards. Sadly, Arthur fell victim. They auctioned off his estate. Just so happened a certain dwarven acquaintance of ours stumbled on the auction. Zoltan. Huh. So Philippa was here, under our noses, the whole time? Was, precisely. Zoltan lost her in a card game a few days ago. Yep, that's Zoltan for you. A man showed up here, fleeced Zoltan bare, then proposed they play for the owl. Naturally, he won, then politely thanked Zoltan for the game and left. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Great. We got any leads? We have this. That Philippa the Owl's feather? Thinking divination? Specifically hydromancy, and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. One outside the Passiflora could work. Good idea. Let's go.
We're here. Nice and quiet. Shouldn't be any disturbances. Let's begin. Observe the water's surface carefully. We can't let anything go unnoticed. Graham et Dwyer, Robert Michele, Alfelte. Graham et Dwyer, Diagnus Carle, Espirchena et Clace. Looks familiar. A bathhouse. I know the place. Dijkstra. He has her. At his bathhouse. Might have guessed as much. Was that the past or the future? The recent past. We have to hurry. Let's go to the bathhouse. Might not be too late. Come on. Ну что? А, мы сюда идем. Какой-то квест появился. I hope we get there in time. I hope Dijkstra hasn't already hurt her. The possibilities are many. Could be Dijkstra that got hurt. Well, not likely. Dijkstra never forgave her for sending assassins after him. And Philip is weakened, no doubt about it. Weakened, maybe, but still a powerful sorceress. If Dijkstra's men take the Dimeridium off, Philip will kill them before they can say, oh shit. Обыграем Дикстру в карты опять? А, да? Guess they underestimated Philippa. Surrender! This place is a maze, witch! You'll never get out! Goddamn fools! After her! We'll handle this. Oh no, no, no! The sorceress stays here. We're going together. Not a chance. It's fine, Geralt. I'll stay, in case she tries to flee this way. Fine. Be right back. Damn, she cast a spell on them. That's it! How long you gonna make me wait? Не, только не тролля. Не надо. Я не хочу его убивать, он прикольный. Richard, no, past go. Pretty birdy, no, say. Damn it, cast a spell on him too. She's hurt, did you see that? I want to help her. Birdy, no, past go, say. But no, let past go. Ever had a stomach ache? Ache? Aye. But once old drowner eat. Her stomach aches like she just ate 100 old drowners. But no want. Drowner make ache very bad. Let me pass. I can help her.
but let past go. Witcher, help? I want to help you. Help me die? Don't make it yet. I'm not out to hurt you. Bollocks! You will not take me. I want to help you. Ha! Forgive me, but I just don't believe you. Это стёб, да? И ещё элементаль огня. Ну, вы знаете, что мы делаем с големами? В общем-то... Особенно сюжетными големами. А как я? Твою мать. Залезь-то. Да куда ты? Ты приклеился, отвали от этого. Я допрыгну? Запрыгну. Stop squirming. If I wanted to kill you, you'd be long dead by now. What do you want? To torment me? To watch others do so? I need your help. Betray me, and I will... Relax. Not planning on it. Triss is outside. She'll explain everything. Deepest apologies, but the lady will come with me. Dijkstra, I don't have time for this. Get out of my way. I've no quarrel with you, Geralt, but Phil and I have lots to talk about. Remember the assassins you sent after me, darling Phil? A grave error. Such matters ought to be handled personally, as I will now demonstrate. Not gonna demonstrate a damn thing. I need her. And I don't give a flying fuck. I've awaited this moment forever, so, very sorry, but I care as much about your plans as I do about the snows of Mahakam. Philippa will come with me. And answer for all the courtesies she's paid me. Always knew the value of information, Dijkstra. Which is why I don't believe you have anything I don't already know. The Emperor of Nilfgaard wasn't able to sway the Trade Corporation. Opposition nibbling at his arse, eh? Seems the White Flame won't dance on the graves of his foes much longer. His daughter has returned. The Emperor wants to abdicate. Give her the throne. Cirilla? Impossible. This... This could shift the tide of war. Provided, of course, you're not mistaken. Emperor himself told me. So, information's firsthand. Emir's a lying whore. When it comes to his daughter's future, doubt it. You've no idea of the importance of this information. A change on the Imperial throne could bring the war to an end. Radovid's sure to be delighted. If Emir sounds the retreat, there'll be no force left that could possibly stop that madman. Especially in light of our bloody aborted plan. You didn't actually believe you could do it. Radovid's crazy, but he's no idiot. Knows all too well there are dozens out there who'd... Silence! Do I understand you correctly? You want to kill Radovid?
Well, Siggy, I am impressed. Doubted you still had it in you, frankly. Sadly, as you well know, Radovid has sought refuge on his boat. He's guarded so closely, I'd not be at all surprised to learn he shares his bed each night with two sentries. You know too much, Phil. Yet one more reason why you must die. Think you might want to hear her out. Dare say Philippa despises Radovid at least as much as you do. I'm content someone apart from myself has finally gotten the idea to rid the world of the degenerate. Save your praise for others. I couldn't give a shit. Currently, only two individuals stand to draw Radovid off his boat. Emir and myself. You'd agree to be the bait? I fear you'd be hard-pressed to convince Emir to dangle himself as such. Fat fucking chance. Geralt, I wouldn't trust this cunt to hard-boil my eggs. Rightly so, I'm terrible with eggs. But think on this. Radovid hears that you've captured me. Will he not throw caution to the wind? Will he not jump at the chance to kill me, personally, with his bare hands? Out of the question. Geralt, get her out of here before I burst her testicle. And then we must meet with our friends. I've leased a warehouse portside. Be sure to come. Sorry to take so long, but I had to deal with the guards. Hello, Triss. Philip, are you all right? I've been better. I'll get you out of here. Gonna be all right? Yeah. Thanks for your help. Ну да, только вот что с Радовидом мы еще не закончили, это как бы тоже... Конечно, не часть приготовлений, но где здесь выход? Не хочу прыгать просто в окно. Там дела государственной важности. Да-да-да, вот это вот... Подожди, два задания, серьезно? Дела государственной важности — это Радовид, статуэтка солдата. А, это показает... А, мы же нашли, господи, статуэтку, да, краснолюда, точно. Я уже и забыл про это. Давайте мы сначала поможем Йеннифер. В любом случае, нам, естественно, не стартанут финальную миссию без нас. Ну, то есть, чтобы это сделать, надо будет начать диалог. Поэтому сначала мы все-таки закончим все важные дела. Конкретно поможем Йеннифер с Маргаритой, а потом уже будем заканчивать остальные вещи, в том числе показать статуэтку Трис и вот эти все приколы с Радовидом. А после этого нас с вами будет ждать только сюжет... Финальный, причем, сюжет. Последнее приготовление. Не просто так называются последними приготовлениями. И все, сюжет Ведьмачка будет пройден. Ну, без Blood and Wine, естественно. Мы к нему еще вернемся. Так, это здесь, что ли? Что Трис, Йеннифер, точнее, забыла здесь. Оговорочка опасная, кстати. Buy you a drink? I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlarith, was that your idea or Ciri's? Spare me your lecture about responsibility. I was actually going to recite an anthem praising your glory, but if you're not in the mood... Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Triss and I found her and freed her. It turned out Dijkstra had her, but the situation's under control. That's a relief. So, gonna tell me why you're here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenfurt. I also learned the identity of a man who escaped from there. He should arrive shortly. Talk to Triss. Reconvening the lodge? It's not going so well. Dangerous times, especially for sorceresses. Each thinks five times before sticking her neck out, and I can't blame them.
What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Daerard. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. Abbe Faria? Who's asking? We'd like to talk. Damn! Best run and get him. These humans grow wilder by the day! All right. Watch where you're going, eh? Thought you'd agreed to meet. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want from me? Let me be! Calm down, we just want to chat. And then stick a shiv between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you? No. No, not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me? No. You're gonna tell us your story, then be on your way. Well, so be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Drink up. It'll help. Thanks. What do you want? To get into Daerard. Find a hunter. Tell him you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say no one gets out of Daerard alive. Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they'd learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And once you reach the river, you're as free as a fish. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprentice with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Just had to mash them together and eat the pulp an hour before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die on my own terms, were that to be my fate. They say Daerod's better guarded than the keep at Vico Varro. They choose the guards from among witch hunters. The worst dregs, rabid fanatics. If you only knew what they do to folk. Torture every day. The wheel, the rack. We only knew peace on holidays when they'd drink themselves blind. They're allowed to drink on duty? Oh, not officially, but you know how it is. So theoretically, we could get in the way you got out. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Huh. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins... we'll get into the prison. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So long. What now? What our friend said about the guards was interesting. Drinking on duty? Zoltan could make sure they have plenty of hooch. Good idea. I'll search for the entrance to the ruins. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. So tiresome. They want it all for free. Ah!
Любая помощь будет полезна, поэтому давайте сначала к Золтану сходим, естественно. Чтобы все прошло как можно лучше. Золтан будет только рад. О, что тут дело с этим? С алкоголем. Золтан. Geralt. They're holding Margarita at Dayrod. Got a plan to break her out, but we need your help. What should I do? Load a wagon with as much Mahakamet as you can find and drive it to Oxenfurt. Yennefer will give the signal. You'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. A dwarf lingering around the prison gates only stands to attract attention. Right. Didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way into the ruins beneath the city. Nice talking to you, Золтан. See you later. Опасненько. Не надо рисковать. Help a poor bloke out. No lollygagging. Так. Так, а что за квест-то появился? Какое-то задание, надо будет его тоже. Но вот как раз, я думаю, перед финальной миссией, когда мы последние приготовления все закончим, будем закрывать все вот эти вопросы, кроме пассифлора, естественно. Мы, конечно, можем, это просто уже немного контекстно неуместно, мне кажется, поэтому мы пассифлору после дикой охоты, окей? You'll choke to death on 3 pounds of His Majesty King Radovid. Find a way in. Several. Nearest is through a well not far from here. Did you arrange any help? We'll manage on our own. Shall we begin? Let's do this. Well, the Witcher. Sure the guards don't know about the passage through the ruins? Haven't planted sentries there? They haven't. How can you be sure? Novigrad's hierarchs have taken great care to eradicate any and all memories of the city's elven roots. Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend. And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there. Hope you're right. Honor in the fatherland. Here we are. This is it? Baldur was plugging the well until recently. Due to an edict Hemelfart issued some years ago. But I managed to find two brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment. For a modest fee, naturally. Here. What is this? Use it once you find Rita. I'll be able to pinpoint your location. Not coming? Mucking through ruins and sewers? I'd rather leave it to the expert. Meaning you'd rather waltz in once the hard work's done. Wet clothes. Oh, joy. Mustn't think like that. Так. Поехали. О! Да, поехали. Ну, с профессионалом-то она точно сказала. Но только это эльфийские руины, да? Мои любимые. Tomb Raider. Seems this one liked elven stuff. Где везде всегда есть какая-нибудь мразь. Так, сюда мы не пойдем, хотя, возможно, потребуется, но... Что это? Come on.
Кладбищенская баба, реально. Что вы здесь забыли, мадам, не очень понимаю. Нас интересует выход, получается, в катакомбы под тюрьмой. Они сами руины. Так, и это у нас получается круг. То есть я просто сейчас вернусь в начало. Угу. Причем нам не то чтобы сюда надо, еще при всем при этом. Тут вот пантерка какая-то есть. Со жрицей. Не там. Территория, конечно, другая отмечается, поэтому пошли туда все-таки. Да, просто делается круг. Я понял. Окей. Значит, нас интересует все-таки это место. Но тут вот было... Вот, да, вот это вот место. Я вот это приметил как либо портал, либо вход. Missing a piece. Replace it with something else, maybe. Давай поглядим. Я там ничего не видел такого. Может, как раз от статуи? Типа здесь, да? Но тут ничего не видно. Сундуки пустые. Тут ничего нету. Значит, в не самом приятном месте. Вот рычаг оторви. Как вообще тут какие-то механизмы еще работают? Вообще не представляю. Не знаю, насколько это, конечно, хорошая идея. О боже. Хоть не Альгуля. Видишь, как классно. С толпой драться и эффектом Игния. Когда одного просто убиваешь, он взрывается и тонна урона всем остальным рядом. Вкуснятина прям. Я просто не был уверен ломать стену, типа сейчас нашуметь здесь, а если тут и правда есть, ну, хоть какие-то меры вообще защиты. Опасно. Сюда войду? Закрыто. А, удобно. Тут, видимо, охотник за колдуньями, видимо, тут. Скрытый рейдик называется. Тяжелая атака, кстати, очень сильно не хочет прокачиваться. Просто обращаю внимание, сколько я ей пользуюсь, и мне вообще не дают никаких навыков. До сих пор. Да, но вот, видимо, если бы с Золотом все-таки получилось бы, то они, может быть, сейчас все спали. Но, впрочем, ребята очень сильно не любят колдунов и чародеек, так что... Я не против их немного пошинковать. Опять же, кстати, да, типа, получается, Ведьмак — это вселенная, где, по большему счету, это, конечно, по выбору конкретно, ну, игрока, но очень много внимания обращается на то, что все-таки расисты — это злодеи. Geralt. God, I'm hallucinating. Getting you out of here. No chance. We'll both die in here. Sheila. They captured her first. Her condition's critical. It's pointless. You'll never open it without the key. The warden keeps them with him at all times. His room is upstairs. Be right back. Не
Никогда не понимал смысл поиска ключей от решеток. Я, блин, ведьмак. У тебя есть гребаный Игни. Просто прожги там, я не знаю, опору. Потому что, ну понятно, да, что ардом ты все не выбьешь. Но есть столько способов, типа, сделать это. Боже, они просто... Они даже добивание мне не дают делать, они просто взрываются. А нам, кстати, еще выше, это не то. Понял. То есть все-таки придется выходить, да, вот это вот наружу. Была тут комнатка. Вот сюда, во двор. Да, это херня. Ну ладно, хорошо. О, господи, еще и реданские солдаты. Йен, по-моему, пора. Вот что ты там хотела делать? По-моему, вот надо. Конечно, ты все заблокируешь. Это же ультимативный способ решить все проблемы. Один такой удар торба. Да ты задрал. Ноль урона, кстати, просто ноль. Пошлите в другое место. Тут под обстрелом я еще нахожусь, очень приятно. Здорово. Ни хрена себе. Чуть мы, походу, при... Я же нажал. Это все из-за золота, нам мне теперь все это убивать. Причем в этой маленькой комнате на улице просто вообще не вариант, там арбалетчик стоит. А Йен не помогает, главное, типа, а зачем? А смысл? О боже, а где сейф-то? Я не сохранялся, тут только авто. Наверное, с момента выхода включ. Капец просто вообще там урона. Они все сильные, они не то чтобы быстро. Я не понимаю, периодически реально урона как будто нет. Вот именно нет, знаешь, типа. Этот просто уже стоит, долбит. Вот это что? С каких пор? Так, пошли, 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 пошли. Сейчас сначала товарища снести, остальных там в, это, в углу. Сигня всех перережем. Да пошел ты. Причем это моментальная контратака. Вот, ну а теперь давай. Чтобы огоньком это все было. Ирданом можно прикрыться. Давай. Броню подсбить чуть-чуть. Прок захватов. Мне тут как раз со взрывами, с огнем, это прям самое удобное. Выбейте. Как же вас много, господи. Ого. На вы, дядь, сильный. Хотите погореть немного? Что за цирк? Пипец просто. Посмотри на комнату с этим зачарованием. Офигеть. Просто офигеть. Так, где-то здесь есть ключ. Ага, тело этого, по-моему, это вот эта хрень, если я не ошибаюсь. Так и есть. Это все равно не все. Там еще арбалетчик, он точно сюда не заходил. Я в этом уверен. Эффекты, конечно... Эффектов и партиклов столько, что, ну, FPS даже падает на 30-ку.
Типа там пока бил, пока дрался, там реально FPS дропался до 55. И как бы еще ладно, но типа с 80. Здравствуйте. Я на самом деле не очень хочу с вами сражаться, ребят. Так что, либо спускайтесь за мной, либо успехов вам там. Мне очень нужна помощь чародеек, если честно. Я не могу это открыть. Спасибо. What are you doing? Yen insisted on coming. Rita, Sheila, when I get my hands on the sons of bitches. Yenna, I shan't make it. Hold on. You must hold on. I'm dying, Yenna. I'm a sorceress. Let me die with dignity. Yen, get Rita out of here. Geralt. Yenna, for once, don't argue with him. I can't pass through the portal with you both. You'll need to get out on your own. Don't like portals anyway. Go. Funny. There was a time I'd have asked you not to do this. No, you'd never have asked. You're too proud. Слушайте, ну портал, конечно, это потрясающе, что мы типа не можем и не любим, но выбираться мне теперь как? Столько народу, которые меня порезать хотят сейчас, это просто забей. На выход похоже, ага, туда, это получается вот сюда. Просто всех вообще порезал. 100% защиты, которая здесь была, у них просто все мертвы. В норме это вообще? Да, встретиться с Йеннифер, ложи чародеек в корчме Лютика, ну, здравствуйте. До свидания. Там что-то происходит внутри, вы это посмотрите, у вас там какие-то проблемы. Но мы, наверное, не пойдем пока что туда, потому что это, конечно, еще не то самое, но мы еще в Новиграде все-таки не закончили, как-никак. Ну, в смысле, вот все остальные приготовления, которые есть, да, надо с ними еще разобраться. С Родовидом в том числе. А так-то, конечно, последние приготовления приготовлены. Нам осталось только подготовить план. Что мы делаем? Как мы делаем?
И будет конец. А я думаю, что мы, естественно, вот этими второстепенными, которые там парочка осталась, да, это вот родовица, статуэтка, мы ими займемся с вами уже в следующей серии. А на этом пока что все. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока!